господа, вот такие вот у нас есть сегодня лысые полуфабрикаты, и они, собственно, захватили вот эту вот комнату. И спят и сразу... О, понял, вот это первый претендент, вот, я его вычислил. У кого-то из них загораются красные глаза. И вот, собственно, друзья, вот так мне удалось вычислить настоящего демона, подлинного, вот он, друзья. Поэтому нас ведет же это сразу же этот демон нас ведет, друзья, по преступным следам. И как мы видим, друзья, вот этот ботиночек у нас появился дома неспроста. Поэтому, мне кажется, нужно открыть дверьку, друзья. И встречаем вот такую вот кучу. Вот такую вот кучу сапожек. Ё-моё. Я понял, этот один сапог дядя Вова подарил тете Наташе на день рождения. Это просто для лысого какое-то развлечение. Вот столько есть огромное количество пар этих ботиночков дядя Вовиных. Куда нужно понакакивать? В каждый из этих ботинков накакает вот этот лысый человек. Потому что, друзья, у него есть способность накакать в каждый из этих ботинков. О, смотрите, уже один взял. Уже держит один и на одном сидит. Уже один держит, а на одном сидит. Ё-моё. Так, дядь Вова. Ой, меня закоматозило. Ё-моё, что-то такое случилось. Ядрён батон, ничего себе. У меня экран только что так трусился, я не понял. Друзья, вот что будет, если скушать гороховый суп, который стоял уже 3 недели. Он как пёрнул, вот разлетелась эта вся куча ботинок, дядя Вова, их на муку. Ё-моё, на потроха. Ну разлетелась просто, понимаете, посмотрите. Вот пёрнул. Лысый, ну ты даёшь. Я думал, ты пукаешь чуть-чуть поскромнее. Вот это увалил. Смотрите, даже у нас дома уже дядя Вовины опуканные ботинки. Сапожки или чёрт его знает, что это такое за картошки. Ха-ха-ха-ха! В этих ботинках уже картошку только собирать! Ё-моё! По всему коридору! По всему подъезду разлетелись ботинки дяди Вовы! Вот это будет прикол! Придет сюда дядя Вова, брателло, тебе не поздоровится, ё-моё! Я даже уберу отсюда дверки, чтобы дядя Вова быстрее пришел и надрал тебе лысину за то, что ты реально вот так вот поступил с его ботинками! Вот как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Ты же подставил всю лысую стаю! Эх, были времена, когда лысый гадил только на коврик, но теперь он взрослеет. Взрослеет мужчина на глазах, начал уже какать дяде Вове прямо в ботинки, ё-моё. А самое главное, друзья, что тетя Наташа теперь перепутала все свои ботинки и не знает теперь, в чем ходить. Потому что, друзья, в одном из этих ботиночков лысый оставил свою лепешку, поэтому вот так вот можно, если его так вот ударить, о, где-то ботинок... Ё-моё, ну пусть у Наташи будет один, вот так, или пусть, о, лучше вообще ничего не дарить. Теперь у тёти Наташи нету проблем, ну и нету дверей. Нет проблем, нет дверей. Ё-моё, смотрите, друзья, тётя Наташа отключили свет за неуплату. Вот это да, лысый, я в шоке. Нет, ну ты молодец, ну ты, конечно, молодец, братуха. Ну так фердануть, что даже вот так вот все, чтобы поразлеталось, ну это уже, знаете, друзья, это уже предел, это какой-то беспредел и в одно время предел. Друзья, ну-ка сейчас мы... Я не понял, что это здесь случилось, что-то... А что все летать начало в зверином виде? Сюда вот, ну залазь, залазь, залазь! Хорошо! С дядей Вовиными ботинками залетел, лысый, ну я посмотрю на это зрелище. Это будет прикол, это какая-то матрица, я не знаю. Ну-ка, ждем, друзья, готовится. Он должен с дядей Вовиными ботинками вместе опуканными выстрелить из этой духовки. Вот это будет зрелище, ё-моё. Друзья, все ждем, все, ой, а что я не могу? А, я могу идти, я думал, я не могу идти. Ну давай, ну лысый, ну выстреливай уже оттуда. Ну все ждут предвкушения ковации. Ну-ка, смотрите, лысина повернулась на 180 градусов. А значит, друзья, нас ждет очень великий, интересный трюк. Ой, хорош! Вот это да, в слоу-моушене поразбивал лысиной чашки. Еще что? Ой, на батарее! Куда ты своими позорными носками на батарею нашу стал? Ну, чего-то, знаете, дядь Вовины ботинки не так уж сильно разлетели. Смотрите, дымит. Во, как пукает. Ничего себе, хотя бы в замедленном виде посмотрю, как это происходит. Вот это да. Как взрослый мужик фердит. Вот это серьезный человек молодой. Мне просто непонятно, друзья, почему у нас что-то дома какая-то матрица началась. Смотрите, что-то... Во, как летает. Ё-моё. Друзья, в общем, смысл этой серии вообще заключался в том, что я должен сделать здесь... Кучу малышей. Вот, например, вот так, 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 вот так. Ой, боже мой, у меня скоро компьютер сгорит. Смотрите, друзья, это какой-то, да, напастье малышей. Объявляю открытое на этот дом. Ой-ой-ой, боже, смотрите, друзья, это напастье малышей. Объявляю открытым в этом доме напастье малышей. Я просто иду и размножаю их, я не знаю, что это такое. Ой. Как, да как ее убрать? Ой, ё-моё, уже здесь малыши. А чё вы все,
А чё вы сидите все? Вы ж лежали, ё-моё, вон напукали газы газами своими, ё-моё! Друзья, посмотрите, это просто какой-то кошмар, смотрите, сколько их, ёлки-палки! Вот это позвал в гости, ну я же тебя попросил, ну не больше 2 человек приглашать на день рождения своё! Смотрите, чё, во-первых, обманул, что у него день рождения, во-вторых, он не смотрит мне в глаза, вот, переворачивается даже, вот! А не, уже смотрит, он бессовестный, даже и глазам не смотрит. И, друзья, в-четвертых, посмотрите, сколько он пригласил малышей. Ну да, это я их насоздавал, но это с помощью того, что ты отправил им приглашение на e-mail. Итак, многоуважаемые полуфабрикаты, так как эта серия очень интересная, я предлагаю вам не какать, пожалуйста, все толпой дяди Вове в ботинке. Потому что если вы все начнете гадить дяди Вове в ботинке, то я думаю, в подъезде не останется живого места. Шкатулку не могу открыть, водила, а, открывается, все же медленно происходит. Ёлки-палки, да что у тебя глаза, как у черта, горят, ё-моё. Так, открывайся, мне нужно, друзья, срочно дать кому-то что-то попробовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья, я знаю, что будет с моим компьютером, если я нажму сейчас убрать еду. Сейчас эти все лысые начнут щемиться вот сюда, вот в эту кухню, как на столовую, как на бесплатную столовую. Ну как ты сидишь? Ты что, привидение? Ну ё-моё, ну сядь нормально. Тебе столько гостей пришло, смотрите. О, летит человек. О, лысина, вот так, о, молодец. Я думаю, так ты будешь самый первый в холодильнике. А вот так, если сейчас открыть холодильник, ну, ё-моё, вот это сейчас припечатает, вот припечатает, так припечатает. И лусь, ой-ой-ой-ой-ой, вот это было эпично. О, уже в холодильнике кто-то жил, ёлки-палки, у нас уже здесь живут, вот там замуровался. Вот замуровался тоже человек. Итак, друзья, конечно же, как же нам не проверить вот этот передячий, веселящий пар вот в таких вот замедленных условиях. Ну-ка, о, начинает плакать, уже хочет, чтобы я ему его дал, хорошо. И, ну, ой-ой-ой-ой-ой, вот это отлет, вот это отлетел, ничего себе, еще там пару, ой, хорош, есть пару зарядов, опять пукнул, повеселел после 2-го пука, вот это да, ой, 3-й пук, и что, для него в квартиру не залетел, ну-ка еще, друзья, сейчас проверим, куда его ведет 3-й пук, ой-ой-ой, прямо дяди Вове на ботинке снова, друзья, я не знаю, уже у дяди Вовы ботинки столько пережили всяких приколов, ой-ой-ой-ой, еще полетел, нет, домой, все-таки человека тянет домой, конечно же, на наш коврик, на нашем коврике, ой-ой-ой, напудил на наш коврик в замедленном виде, друзья, вы посмотрите, как пукает ваш брат, смотрите, летит и веселится. Друзья, вы знаете, мне кажется, нужно что-то нам с этим придумать, если я сейчас дам это всем. Ну-ка, сейчас попробуем. Итак, друзья, у нас есть вот такое вот количество вот такого пердящего, веселящего пара. Лусь одному, и вот так, друзья, заполняем комнату вот этим веществом, вот так вот. Хорош, вот это будет дискотека, боже мой, хоть повеселю детишек, ребятишек. Хотя бы узнают в своей жизни, что такое нормально погулять, повеселиться, смотрите. Веселья, конечно, всех не хватило, но еще пару бутылочек у нас завалялось. Вот этому повезло, друзья, вот этому повезло, и вот. Этому повезло, и еще повезло вот этому. Опа, теперь посмотрим. Ё-моё, я вот так вот зайду на лестничку. Вот это дела происходят. Ёлки-палки, придет наша мама, будет в шоке. Ну, хотя бы она меня поблагодарит, что не все напукали, а хотя бы только 10 человек. Смотрите, вот это да. Заполнил комнату пердячим паром. Вот это еще такого не было. Ну, разное было, но такого еще не было. Ладно, друзья, уважаемые дамы и господа, если вы досмотрели видео до этого момента, обязательно напишите сейчас в комментариях. Лысая на дискотеке, так я буду знать, что вы смотрите мое видео от начала до конца. Лысая на дискотеке, вот, ну чем не дискотека, ну дискотека века, друзья. Лысая на дискотеке, это кодовый комментарий. И, друзья, не забудьте поставить лайк на видео. Боже мой, вот эта серия получилась, ничего себе, посмотрите. Это же сумасшествие, что это такое, ё-моё, ну хотя бы смешно. Вот этот человек вообще не хочет даже ничего слушать, ему нравится смотреть телевизор. О, все понятно, этот снова не разлей вода с дядей Вовиным тапочком, то есть с ботинком. Ну хорошо, друзья, уважаемые дамы и господа, не пропустите мою следующую серию. Ставьте лайк на видео, друзья, и до новых встреч. Все, всех вас обнимаю и поднимаю. И вот эту мусорку напоследок включаю. Ё-моё, вот это... Ё-моё! Вот это да, вы чего? Вот это собрание на кухне, ёлки-палки, вроде сказал, что там бесплатные киндер-сюрпризы раздают. Вот это да! Их даже не интересуют дяди Вовины ботинки. Ё-моё, вот этому не повезло, этот заблудился, друзья. Вот это да, вот кучка. Вот это, друзья, вы знаете, вот это повеселили вы меня. Вот хорошо, конечно.